В Петропавловске прошел общегарнизонный развод комплексных сил стражей правопорядка. Начальник областного департамента полиции Марат Тулебаев лично проверил готовность офицеров и сержантов к несению службы в вечернюю смену. Подробности в следующем материале. Глава областной полиции ознакомился с состоянием автотранспорта батальона патрульной полиции городского управления полиции. Сотрудники этого подразделения круглосуточно следят за общественным порядком и дорожной безопасностью в областном центре. Именно от их профессионализма и мобильности зависит покой и безопасность горожан. Марат Тулебаев дал указание при патрулировании улиц шире использовать возможности систем видеофиксации, а также держать спецавтотранспорт в образцовом состоянии. На плацу городского управления полиции выстроилось несколько сотен человек. Сотрудники областного и городского аппарата полиции, управления специализированной службы охраны, участковые инспектора, сотрудники специального отряда быстрого реагирования, добровольные помощники полиции. Ежедневно получая ориентировки и указания, патрулируют город в две смены. Начальник департамента полиции проверил состояние амуниции, внешний вид и настрой сотрудников. Обращаясь к строю, Марат Тулебаев подчеркнул, при несении службы необходимо вести себя тактично и вежливо. Главная задача полицейских – оказание помощи и обеспечение безопасности людей. Управление конституционных правопорядков. Своевременное реагирование на все происшествия. Вот, участковых внимание обращаем на выявление и профилактику от правонарушений по видеозаконам. Ежедневно на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности на территории города Петропавловска заступает 270 человек, 151 военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан и 119 полицейских. За 7 месяцев этого года комплексные силы полиции области приняли участие в раскрытии свыше 2300 уголовных правонарушений, из них 1417 в областном центре. Тамерлан Тлеубаев при содействии пресс-службы департамента полиции.